Против крымских татар готовятся масштабные провокации. Об этом заявил российский исламист, политический обозреватель Гейдар Джамаль. С его слов, в российских СМИ начала появляться информация, что среди крымских татар готовятся восстания и незаконные действия. Будто бы крымско-татарская молодежь возвращается с материка в Крым, чтобы по приказу турецких властей начать мятеж. Такая тактика ранее уже использовалась в России. Это провокация типа Нальчикского восстания 2005 года, когда 106 молодых людей, мусульман, было убито, огромное количество арестовано, знаменитое дело 58. Возможно, что сейчас для того, чтобы избавиться от крымских татар, готовится подобная же провокация, то есть вызвать вспышку негодования растущим против крымских татар насилием, похищением людей, избиениями, закрытиями, обысками. То же самое, что проводилось в Нальчике. И добиться того, чтобы кто-то пошел за провокатором, несколько человек, там 100 человек и так далее, и потом обрушиться всеми силами, провести огромную, мощную спецоперацию против крымско-татарского народа с большими человеческими жертвами.